скажу вам честно, вот худшее в свой выходной даже представить не могла. На кронштейн для брюк повесило такое количество брюк, что он рухнул. Он рухнул потом на полку в гардеробной, которая состояла полностью из стекла. В общем, я думала, полная хана, веников в доме нет, я от них отказалась. Пошла, взяла веник, который у меня, электровеник, который у меня стоит уже год. Ребята, не сочтите это за рекламу, он у меня старенький и видавший виды, по нему даже видно. Сейчас вам покажу, как он убирает стекла, без него я бы сдохла. Ребята из Керхер, еще раз спасибо, что года полтора назад посоветовали мне его. Смотрите. Вот это те мелкие стекла, которые я собрала, а теперь беру стекла, которые еще остались, включаю свою чудо-машину. Это он не специализирует, что он полный. Короче, беру контейнер и высыпаю вот такое количество стекол. Продолжаю процесс дальше. Выглядит моя полка, которая была полностью вся в стеклах. Вот немножко осталось. По углам я обычным пылесосом пройду, потому что у этого закончился аккумулятор. Но искренне, ребята, вам советую. Руки не порезаны, что самое главное. Правда, лучше порекомендовать то, чем сам пользуешься, и пусть люди получают удовольствие. Это не реклама.